В этом ролике я создам клан наемников и буду идеально выполнять заказы. Для этого я соберу команду профессионалов, оборудую огромный особняк с кучей снаряжения, и мы будем максимально тщательно продумывать выполнение заказов. А за идею такой отыгровки спасибо вот этому челику. Поехали. Присаживайтесь, господа. Я не понял, ты охренел, Болтус? Это мое место. Чё не подписал-то? Итак, нам нужно продолжать работать. Но первым делом нам нужно нанять еще больше членов в нашу группировку, так сказать, наш синдикат наемник. В общем, у меня такая идея. Самый банальный способ. Берем баллончики и идем ставить граффити о том, что нам нужны люди. Либо у вас есть какие-то другие предложения. А с таким успехом я, в принципе, предлагаю прям в рекламу просто писать, что нам наемники для убийств нужны, собственно говоря. Так, первым делом я возьму это. Взял винтовку и положил в сумку. И баллончик, где он тут? Тут, да? Взял баллончик. Идем быстрее. На, сумку будешь нести. Все равно врач, ты бесполезный. Передал сумку. Ебаться в хуй. Каких-то пор врачи стали бесполезны. А, ну хотя бы в России же, ну. Клади сумку, клади сумку. Сейчас все сделаем. Взял баллончик и рисует граффити. Еще в двойном крике, ебать ты дикий хуй, блядь. Идем дальше. Рисует. Ладно, этого хватит. Пойдем отсюда. Возвращаемся в особняк. Наш особняк расположился на краю карты. Тут мы будем отдыхать, планировать операции и брать снаряжение. Попутно мы еще наняли кучу охраны, чтобы нам точно никто не мешал. Заказы мы будем брать через систему на сервере. Так удобнее. Как видите, подготовились мы хорошо. Посмотрим, что будет на практике. Итак, господа, нам еще никто не звонил? Нет, пока. Мы будем набирать параллельно людей и работать. Какие у нас есть заказы? Сейчас в телефоне посмотрю. Открыл телефон. Смотрит заказы. На 2000 долларов есть заказ. На кого? На Дауна. Очень смешно. Очень смешно. Имя у него такое, ничего не... Да, возможно. Он такой же, как и мы. А мы нанимаем наемных убийц. Есть его номер. А у тебя есть его номер? Что ты сразу не сказал? Звони ему быстрее. Приглашай сюда, мы хотим поговорить. Скажи, работу можем предоставить. Хорошо. Так а что в итоге будем делать? Просто убьем его? Рисует план. Этот человек приходит к нам в особняк. Мы его впускаем. Я якобы провожу ему собеседование, сижу в своем офисе. И кто-то из вас подходит и в спину ему. Горло. В горло. Нож. Со спины. Хорошая идея. У меня есть такой нож. Да-да. Скажешь, когда он придет и впустишь его. А, вы здесь, да? Вы по граффити? Да, здравствуйте. Проходите. Кофе принести? Лайрон, можешь остаться на входе. Не, кофе пока не дам. У нас деловой разговор, мы быстро. Что ж, как вас зовут? Полагаю, что Даун? Не повезло мне, конечно, с именем, но так меня назвали. Как долго вы работаете наемным убийцей? И почему захотели вступить в нашу организацию наемных убийц? Ну, я хотел бы, чтобы у меня, если что, связи. Мы здесь все, в этом особняке, в этой организации, настоящие друзья. И нам как раз нужен новый член команды. Мы отлично, я думаю, сработаемся. Лайрон? Да. Сработаемся. Прошу. Мы хорошо. Это Лайрон. Да, ой. Хорошо, поднимитесь, давайте мы пожмем вам руки. Да, он пожал руку человеку напротив. Я пожал руку. Добро пожаловать в наш клан. Рад очень. Хотите мой дробовик посмотреть? Достал дробовик. Этим дробовиком я убил кучу людей. Столько заказов! И вы один из них. Блять! Итак, Лайрон, ты сработал очень плохо. Я тебе говорил. Почему ты не мог просто его прирезать, когда он сидел, сзади к нему подойти и зарезать, или когда ему руку жало? Это же было просто элементарно. Ну да, но я мог отработать это свой день. Заклеймил на удачу, так как говорится. У меня есть заказ на 200 тысяч на человека, я даже знаю его. У меня с ним есть связи, даже номер телефона его. Пошлите, я знаю, где он живет. Он работник банка. Берите оружие. Достаем только в случае опасности. Взял дробовик. Ты нас, если что, подлечишь. Потерпи, браточек, а мы тебя подлечим. Раз, два, три по пучкам, раз, два, три по печи. Где-то здесь акцент. Не лицом к стене. Он здесь живет. Офицер, мы идем домой, вы не понимаете, это наш дом. А, ладно, извините. Нам открыли дверь, алё. Здоровые, заходите, заходите. Это твой друг? Да. Вы думаете, что мы вас убьем, но это не так, мы хотим вам помочь. Тут одна преступная группировка из наемников состоит, вторая, мы первые, хочет вас убить. И у нас к вам предложение. Я хочу умереть. Именно поэтому мы дадим им вас зарейдить, и потом мы их убьем. Мы убьем их и еще получим с вас деньги. Вы все равно умрете, какая разница. Хуя себе план просто, блять, охуеть, блять. 12 друзей Оушена просто сосут хуй с таким планом просто. Вот смотри, у него ваша челюсть отвисла нахуй. Но он внизу сидит. У меня есть доступ. Про кого речь идет? Не надо, там маники, Алеша. Опа, у жертвы еще и маники. Отличный способ получить двойную награду. Надо было так сразу сделать. Где его маники, говори? Они в другой комнате.
Заходите. Опа! Отошли все нахуй! Отошли! Отошли! Я сейчас всех перестреляю! Могу. Бляхва, разврат помноженный на нам. Итак, господа, вы в очередной раз провалили мой план. Потому что он был очень надежным, бля. Вы понимаете, что мы могли мало того, что убить цель, хотя мы убили цель, мы выполнили половину плана. Мы могли получить доступ к маникам. Почему вы не устранили офицера полиции? Это же было так, сука, просто. А, ну там, короче, дело в том, что помимо офицера полиции, там еще 300 человек было, которые за вот этого банкира, считай, были. Хорошо, какие еще заказы есть? Есть заказ на одного человека за 10 тысяч. Где он? Есть хоть какая-то информация? Хотя бы кем он работает? Заказчик дал инфу? Он бандит там. У него так в паспорте написано. Бандит? По паспорту он долбоёб, блядь. Никогда не слышал о профессии бандита. На, лови бол. Хорошо, пойдемте к нашему, нашему, так сказать, другу нищему. Возможно, у него есть информация в этом человеке. Ах, какое романтичное место. Пойдите нахуй, слушай. Хорошая конспирация, Миша. Охуенно кинули, блядь, друг друга тупо, ля. У меня больше снежков нету. Дайте я спою песню для вас всех, дорогие друзья. Так, а как зовут того, кого мы хотим найти? Рося. Жил такой человек, Рося, где-то по городу гулял. Людей мы просим, скажите, где он в последний раз бывал? Знаешь местонахождение Роси? А может ты знаешь, где Рося живет? Скажите, друзья, где Рося? А мы дадим вам денег. Я знаю, где он. Давайте. А ты уверен, что мы идем в правильном направлении? Думаю, да. Стой! Рося, Рося, Рося. Друг мой любезнейший, я приглашаю тебя на ужин. Я хочу, чтобы ты присоединился к нам. А может, кто вам присоединился? Да, конечно, проходите. Ничего страшного, идемте. Где Рося? Где Рося, блядь? Он на озере, блядь. Он на озере, блядь, он там бегает. Рося, ты идешь или нет? Мы тебя приглашаем. Я тебя приглашаю. У вас чё, с клана или чё, вы все в одной одежде? Да, блядь, куклукс клан, видишь, чёрный нахуй. Рося, присаживайся, Рося, присаживайся. Да, вот, на царское место, правильно. Самое лучшее место, правильно, молодец. Ребят, подождите, давайте за 15к кому тебе нужно. Слушай, давай за 15к, давай ты меня отсосёшь, слушай. Рося, Рося, пожалуйста, закрой рот и сядь, у нас к тебе разговор. Рося? Да. Тут еще песни из «Крестного отца» не хватает. Рося, на тебя заказ в 10 тысяч долларов. Но перед тем, как убить тебя, мы хотим, чтобы ты сказал, что бы ты хотел получить перед смертью. Ну, можно свой калаш в инвентарь убить. Дайте ему калаш положить в инвентарь. Все, теперь пришло. Калаш еще есть. Забыл калаш положить. Труп убери, Володя. Твоя же работа. Да, блядь, моя работа повесить хуй свой на ворота. Лайерон, какие заказы есть? На 5000 долларов есть один заказик. Известно, что он наркобарон. Хорошо, есть хотя бы примерное местоположение его, где он живет? Где обычно наркотики варят? В подземке. Мы пойдем туда. Нужно обчистить все метро. Оружие убери пока. Пойдем. Можешь сюда. Мне спуститься? О, мангал с рыбой, нахуй, нихуя, я сейчас хочу есть. Он где-то должен здесь изготавливать. Слушайте, мне не нравится это место. Нормально, так в моче искупались. Слушай, ну ты как бы понимаешь, что тебе лучше отсюда сейчас быстренько дать по съёбам нахуй, понимаешь? Ты знаешь, кто тут живет рядом? Быстро говори, сука! Быстро говори, кто здесь живет, пока тебе ебальник не отсыпал нахуй! Сука, я пятки отстреляю нахуй, блядь! Говори, кто здесь живет, сука! Мне кажется, он мэру написал, чтоб комчас сделал, чтобы нас поймать. Нет. Нет, правда не знаю. Пошёл нахуй тогда, блядь, чухте, ёбаный! Максимум... Так, я туда не пойду. Блядь, я не обезьяна, нахуй. Тут вообще ничего нет. Полное Ой, говно. Короче, есть новый заказ. На еблана какого-то. На какого еблана? Ну, его так и зовут, еблан бизнесмен. Мы его так и ищем, ебать, ты чё, ебать? Он, скорее всего, в городе. А, он спортом занимается? Конкретно паркуром. Еще лучше. По крышам бегать. Бегали по канализации, теперь по крышам. Короче, у меня идея. Идите ко мне. Мы сейчас разделимся, а то мы бегаем толпой. Каждый идет в свою сторону, и потом встретимся возле вышки. Возле вышки. Я понял, все. Да иди ты нахуй, шлепок. Ты хочешь или что? Чтобы у вас сдачи. Слушай, братан. У нас есть к тебе предложение. 100 тысяч платим. Чтоб человек вас оскорбил просто, вас назвал баранами стадо баранов, просто таких. Володя, подсади меня быстро, меня. А, блядь, давай. Ты тоже подсади. Охуеть, блядь. Надо было так сразу сделать.
Нас все равно никто не видит. Какие заказы есть, Лайрон? Нет заказа, сейчас, блядь. Сейчас посмотрю по Тиму. Да походи, блядь, не пиздит. На Тим Старка здесь какой-то жесток. Кого? Тим Старк? Ты, блядь, да, кто да, вообще? Иди нахуй отсюда. Нахуй я отсюда, на, блядь. Что, я на работу устроиться хочу. Что, блядь? Да. Блин, там он пошел с мусорами. Ты хочешь, подарочек, блядь? Что подарочек, ты хочешь, блядь? Вот, смотрите, ребята, всем вам, ребята, от меня лично. Блядь, что за хуйня? Стреляй, мусора. Ёб твою мать, нихуя. Закрой дверь, Лайрон, закрой дверь. Оружие бросили. Переговоры. Блять. Мне нужно пройти в свой кабинет. С лестницы уйди. Господи. Прикройте меня огнем, прикройте меня. Господи. Открывайте дверь. Я буду говорить. Без фокусов. Присаживайтесь. Я постою. У вас какие-то вопросы? Вы тут убили весь мой штат сотрудников. Ну да. Мы извиняемся. Прямо сейчас даже информация поступает, что здесь есть заложники. Да, нам говорили полицейские и другие ФБИшники, что здесь заложники. И тут... Правда? А кто вам сказал из наших сотрудников? Да уже хуярится на улице, прикалываешься? Знаете, господа, открыл дверцу. Я работаю тут уже... Так, тихо, не надо. Я работаю тут уже 5 лет. Это дом моей семьи. Взял оружие, но я не хочу, чтобы тут устраивали такую хуйню. И не позволю впредь! Воу, это было эпично. Но, к сожалению, нас всех убили. Сама отыгровка получилась интересная и масштабная, хоть и не особо серьезная. Но такой вот клан наемников достаточно легко можно реализовать, ибо есть удобная система заказов и возможность скооперироваться с другими игроками. Пишите свои идеи по отыгровкам в комменты, возможно, твоя идея попадет в ролик. Всем пока.